Привет вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Жизнь после. Так, у нас давайте посмотрим. Я, ну, хоть бы у байка, хоть бы и байк был прокачан, чтобы заново его уже не прокачивать. Нитро Альт. Да, по-моему, было. Точно не знаю, еще ни разу не ездил. Ну. Да и как-то ездить, блин, тоже. Сюда поедешь, сюда поедешь, сюда поедешь, сюда поедешь. Прокачан вот у меня или нет? Давайте посмотрим. Как торговля оружием? У меня есть неплохой товар. Так, характеристики. Ага. Ну все. Вроде все стоит. Лады. Эй, заходи еще. Вдруг что-то появится. Так, как я понимаю, мне надо... Господи, что вы с ним сделали? На байке ехать. Чтобы войти в занос во время разгона, нажмите так. Управляемый занос позволяет быстрее проходить повороты. Если вы потеряли свой байк, например, он утонул в озере, свалился в пропасть, но вы не ушли от него далеко, то его можно отыскать при помощи карты. Вот так вот. Утонул в озере, свалился в пропасть, ну так. Ну ладно. Бухарь, ты меня слышишь? Дадик. Как ты там? Как рука? Я же сказал, заживет. Ладно, но все равно я сгоняю к блокпосту Нера. Так. Поищу там стерильные бинты, мазь, что-нибудь такое. Как скажешь, я сделаю. Кстати, по поводу стерильной мази и так далее. Это вот что за херня? Это я там, где был, получается, так? Ну, в теории так. Выехал я вот отсюда. Откуда-то, откуда отсюда выехал? Лагерь. Жители лагеря так расположены вот так. А, быстрый переход еще. Вход. Надо убедиться, что на горе никого нет. Бухарь, нет. Нет. У тебя ожоги третьей степени. Оставайся там и лежи. Я уже скоро буду. Не бы. Можно от боли чего-нибудь. Да, да. Постараюсь что-нибудь найти. Я постараюсь. Давай. Нет? Сент-Джон, это Коуп. У меня радиосигнал пропал. Когда Сохранение игры у байка. Чтобы выполнить быстрое сохранение, подойдите к байку и удерживайте R. Эта функция не работает во время боя или на задании. Берешься до вышки, восстанови связь. Я заплачу. Так эти люди, ты их знаешь? Прервать вещание свободного Орегона — это похоже на месть. А знаешь, ты угадал. Они были в моем лагере. Но им, видно, не по нраву был запрет на воровство, насилие и убийство. А может, они просто, как и я, устали слушать твою параноидальную чушь? Отбой. Так. Вот это можно сорвать? Само собой. Понятненько. Ну ладно, у меня вроде потише сейчас. Так, а где у меня? А, F1. Ни хрена не работает. L, А. Сюжет. Так, мой брат. Вы так. Ага, все понял. Все понял, что мне надо. Это как себе на базу приехал, вот что ли? Блокпост Неро. Надо найти медикаменты для Бухаря. На! Давай. Вот так. Все вроде.
Но я слышу вас все равно. Открываем. Что имеем? Металл нужен. Только куда вот нужен, я не знаю. Самодельные мачете. Рано пока еще. У меня тут еще 55%, а я еще хочу кого-нибудь загасить. Так. Минутку. Генератор. Тут должен быть генератор. Итак, насколько я читал, тут есть такие вот штуки, которые могут оповещать. Вот. Пока ищал. Пока искал одно. Ну-ка, на мышку, может, побольше надо сделать. Ну-ка, давайте-ка параметры. Мышь. А, чувствительность по оси, по Y. Давайте. На один. На один. Так. Так. Есть. Вот он. Генератор есть. Так, а я по карте-то где вообще? Вот здесь и туда еще можно проехать. Ладно. Как я понимаю, надо вот эти вот провода перерезать, что ли? Чтобы сирена не поднялась. Пойти по округе, перерезать провода. Где ты? Да только что тут был. Тварь такая. Фу, есть. Лом. Так, для оружия и байка также он используется как материал для создания некоторых предметов. Так, ладно, хорошо, давайте. Ух ты, аптечка, подождите, у меня. А вот я использую один. И где у меня тут аптечка-то была? Вот она. Хорошо. Так, а как мне провода-то перерезать? Как? Вот так, так, хорошо, уже хорошо. Блин, это тут, я понимаю, на байке можно выпрыгнуть. Так, ладно. В будочку в эту нам не зайти. Здесь у нас что? Так. Блин, я просто боюсь, так как прочитал. На что-то сгодится. А у меня тут все, все есть. Вот так. Пойдем, пойдем. А вот отсюда, и отсюда мне отстреливаться надо будет. Так, групп, так. Так, шума для этого срежьте. Все, понял, это оказывается не все срезать-то надо. Вот оно, какие срезаются. Все. Нашлась пропажа. Минутку. Вот хорошо, что я краем уха прочитал там, как своего перса развивать. И там наткнулся, случайно наткнулся на вот эту штуку, что
какие-то провода, какие-то эти срезать громкоговорители. Так. Ну хорошо. Опа. Подожди, у меня пока еще здесь кирка. Я хочу, блин, надо да, кого-нибудь обломить эту кирку. Ну-ка, пойдем. Опа. Это поди вот этот гандон там и вылазил. Где вы? По вас тьма тьмущая, а то, блин, не найти ни хрена. Да, закрыто. Печально. Пригодится. Печально. Так. Я вас слышу, вы где? Мне нужен-то один. Вашу мать. Ладно. Не хотите по-хорошему? Твари такие. Ну вы слышите, да? Я тоже их слышу. Где? Падла. Ладно. Пойдем. О, кстати. Нет. Блин, там эта аптечка. Фонарик F. Да. Ну-ка, вот здесь пещерку подсветим. Опа. Что-то понять не могу. Что здесь такого есть? Ну все, выпрямляйся. На. Ладно. Не хотите, как хотите. Мы тогда запускаем генератор. Я надеюсь, все с него срезал. Ну давай, падла, заводись. Нет, то же самое у него мнение, падла. Надо найти бензин. Так. Домик. Я уверен, бензин где-то рядышком. Это прятаться, прятаться. Здесь он не находит ничего. Блин, а вот. Где ты можешь быть? По-любому где-то в машине, нет? Так, лом у меня полный. Лом полный. Стой. Нет. Или он так будет стоять, бензин? Опа, и с этой штуки тоже вот срезана она. Я срезал, нет? Не помню.
У тебя что? Оружие? Оружие. Так. Ни хренашеньки, ни хренашеньки. Так, здесь что? Ну-ка, хватит сюда бегать. Так, этого у меня пока хватает. Опа. Ну, давайте думать логически, где еще может быть. Вот он. Топливо. Давай. Так. То, что надо. Хорошо. Ну-ка, что-то там осталось, ну-ка. Что-то осталось, я слышу булькот. Залил. Пока здесь. Так, так, так. Поехали. Да. И, кстати, вот это, да, смотреть мне надо. Всякая хрень тут хватает. Ага, сквозное. Сейчас мы и туда зайдем, подожди. Прекрасно. Пригодится. Так, так, так. И сюда, сюда. Да, стерильные бинты. То, что доктор прописал. Теперь надо вернуться к Бухарю. Опа. Так, инъектор Нера. Инъектор встречается в передвижных медпунктах на блокпостах Нера. Их можно использовать для повышения максимального здоровья, запаса сил или концентрации. Это что такое? Аппаратура Неро. Это что-то вроде инъектора. Требуется навык концентрация на цели. Почему бы и нет? Давай, здоровье для начала увеличим. Надо было поправить здоровье. Все. Так, здоровье у меня теперь. Опа. Ух ты, пистолет. Так, ладно. Число доступного оружия. Особое. Подожди. Состояние армии. Доработанный вариант стандартного арбалета. Ну, у этого пониже характеристики. Посмотрите. Арбалет оптимален для бесшумной ликвидации противников, не подавляющих в атаке, не подозревающих в вашем присутствии. Дополнительные типы болтов, которые вы можете научиться делать, добавлять ему универсальность и перезарядка требует времени. Ну, ладно. Мы готовимся к отступлению. Нам сообщили пару минут назад, все, чем мы здесь занимались, было пустой тратой времени. Сотни инфицированных движутся из фервола по шоссе. Их не сдержать. Блокпосты разгромлены. Мы уходим. Все, я иду. Стойте.
чтоб ты свалил вместе с дружками. Добро пожаловать в мой мир, тупой ты ублюдок. Итак, ладно. Теперь по динамочету можно, да, переделать? Раз. А это что? Никого нету. Давайте сохранимся. И, блин, еще разок. И я хочу сгонять, если отсюда недалеко, то не сюда, а вот сюда. Где я был? Там тоже какую-то штуку надо открывать, что ли? Или топливо? Но тем не менее, давайте я... Так. Сюда. Так, где тут дикон? Так, поставить отметку. Бухарь, слышишь меня? Бухарь, возьми рацию, придурок. Не отвечает. Где его черти носят? Да ё-моё. Этот пешком можно тут озолотиться, пойди. Ой, да заткнись ты. Так. Да, я здесь был. И здесь, по-моему, безопасно. Так. Давай, слазь. Хочу кое-что проверить. Так. Где-то тут такая шляпа была, которую надо заправлять было. Так, а где вот она? Нет, все не здесь и все не так. Ладно. Подожди. Ой. У меня мачете есть. Недолговечные, конечно. Это кто? Лошадь? Посмотрим, что я тут не дособрал, может. Бандиты. Ну, чего стоило ожидать? Он ранен. На. Так. Вау. Так, а у меня что? Урон больше, дальности нету, точности нету, темп стрельбы, ну, выше. Нет, на 3 пункта вниз, да, идет. Если обменять. Это я заберу. Не, вот так вот. Блин, уже появились бандиты тут. Ладно. Так, я думаю, сюда мне еще придется съездить. То, что надо. Порядок. Все, теперь можно. Так. Все, снимаю метку, едем. Так, это кто? Патриоты не должны голодать. Блин, на карте вообще где-то обозначено, нет? Надо к самому карту разведывать.
Двигатель чинить, ё-моё. Да. Возвращаемся. Блин. А, там еще сейчас. А вы как, пешком прибежали? А где ж вы были, когда я тут зачищал все? Ну-ка, дайте-ка я посмотрю. Что тут есть? Намады. Давно тут засели, а? Нападаете на мирных людей, которые ходят за припасами. Подожди, тогда надо сохраниться. И потом уже приду, так хотя на байке сюда я заеду сейчас. А, нет. У байка же это. Расходники. Ладно. Человеческий ресурс. Нормально пойдет. Сам зайду. Вот теперь пойдем. Засели, значит. Так, я так понимаю, я карту буду открывать, да, потихонечку. Вот, смотрите, нашел. Все-таки их. Надеюсь, он пока не помрет там. На. Так. Опа. Освежуем. Не знаю, что мы там заберем, но что-то забираем. Так, волки, здравствуйте. Блин. Топор. А у меня, подождите. Сорок 5%, нормально пока. Костры какие-то, что ли, или что тут у вас? Pack of ND, я не знаю, что такое. Что-то типа пошли отсюда. И еще. Похоже, что уходя, они забрали несколько автоматов и дробовиков. Будь осторожен. Да уж, Коп, спасибо, что сказал. Делаю, что могу. Отбой. Так. Делай, что можешь, сукин сын. Надо зачистить лагерь. Жалкие воры и убийцы. Никто не должен уйти. Минус одна сволочь. Идем дальше. В другом месте поставлю.
Вот так вот. А, только одну могу, да, взять? Понятненько. Так, идем. Что у него меняется, да? Темп стрельбы увеличится, проникающая способность увеличивается. Ну, урон, дальность. Да стой ты смирно! Любите бить в спину, да? А когда вас бьют, нравится? Так. Стерилизатор, нет места. Хорошо, так, подожди. Мне, блин, вот поменять что ли на автомат? Понятненько, нет. Я лучше уж обратно винтовочку свою возьму. Идите-ка вы лесом. Только один момент. Вот так. Нормально. Да тихо ты! На! Блин, блинский. Вон они, баночки, где. Так, ладно. Иди-ка сюда. Так, а как установить-то? Как установить? Пикнуть не успеют. Так, идем за следующим. Ё-моё, тут оказывается не все так просто. Где-то они еще там есть. Я уверен, вот в этом загоне, наверное, да, они.
Ладно. Не будем гадать. Так. Так, шкала прочности оружия холодного. Один нож только бесконечный. Ладно. Блин, слишком опасно. Так. Одна аптечка. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, я их даже и не видел. Эти ваши баночки. Конечно, убили. Сколько вас тут? Давай. Не важно. Всех завалю. Так. Тихо-тихо. Блин, мне надо это. Ладно, потом подлечусь. Аптечку я у кого-нибудь потом заберу. Прекращение поисков. Если вы заметили, скройтесь с поля зрения. Враг найдет укромное место. Через какое-то время враг прекратит. Так, а понятненько. Эй, что? Осталось всего одна сволочь. Давай, заходи в гости. Я умею быть очень доброй. Ну, ты меня понял. Эй, сколько уже у тебя никого не было, а? Мои ребята, ну, готовы поделиться. Правда, мальчики? Да, вот я и поделюсь сейчас. Покажи свою голову. Такая тупая курица, господи, как ты прожила? Давала всем подряд. Это последний. Вот так. Больше вы уже никого не подкараулите. Так, давай полечимся. У таких ребят наверняка должно быть подземное убежище. Так. Что у меня там? Одна из пяти. Это что у меня?
Да создать можно, да? Зачем? Сейчас мы найдем что-нибудь. А вот где-то тут снайпер был. Вот. Это уже лучше. Так, что у нас темп стрельбы только уменьшается? Ничего страшного. А, не-не-не. Вот так заменим. Это особое оружие, да? Тогда нет, арбалет мы не променяем. Так, чтобы здесь сохраняться и спать, надо найти здесь какой-то подземный бункер. Медицина, так. Что вот здесь так просто у кровати не получится. Только не говорите, что подземный бункер это там, где вот эти уродцы. Что это там? Давай. Вот так. Давай, где еще? Блин. Патронов мало. Серьезно? Так. Вот их сжечь надо. Беги. А на ходу ты можешь лечиться? Нет, не можешь. Ё-моё, прикиньте, заново теперь все это. Ладно. Ну теперь-то я уж понял, как с ними поступить. Так. Так. Мы их будем жечь. Что у них хорошего тут есть? Так-то вроде и не сложно их побеждать. Только где этот подземный бункер и как он выглядит? Как-то можно было развязать, да, вот эту штуку или сжечь?
и посюда пройти или нет. Так, ладно. Снизу возгласов не достается, но какой-то... Смотрите, все равно ключевой момент какой-то прошел. Сохранялка-то прошла. Давай. Из трупов остались только те, которые полезны, да? Так. Ну-ка. Ладно. Ну, я готов. Нифига, не про меня. И чё у меня, блин, у меня? Два пластыря, короче, еще можно. У нас эти пластыри вон где-нибудь доваляются. Канистра. Так. Так, а что нам надо? Давайте. Вот так тогда поступим. Или это какой-то баг произошел? Что все ушли? Господи, смотрите, как я мимо пробежал. Называется нехер топтаться. Ну, не знаю, тут написано какой-то этот надо. Бункер. Найти. Подземный. Да беги ты! Лови! Да тихо вы! Блин, ни хрена, все, теперь... Как понимаю, там гнездо какое-то или что у них. Давайте-ка туда спустимся. Тряпка нет места, стерилизатора нет места. Ай-яй-яй-яй-яй. Да и беги ты! Чего ты решил? Да.
ни хера. Блин, ладно. Оставлю это место в покое. Может, блин, оно там и не надо как-то. Нет, конечно. Просто мы попробовали, не получилось. Ну и ладно. Идем отсюда. Пригодится. Что-то взял. Так, ну ладно. Местность я зачистил, по крайней мере, это уже хорошо. Сейчас спуститься и убраться отсюда. На карте посмотрим, что мы открыли. Вот оно. Место злое. Это, кстати, как это? Надо будет чем-то другим зачищать, я так понимаю. Ой, дорога туда, смотрите, еще ведет куда-то. Отдельно. Если это вся действительно большая карта, то, блин, и вот набегусь. Тоже мне Гарри Поттер нахрен. Так. Это что у нас? То, что надо. Ну вот. Я же говорил, найдем. Там еще машины. Тоже. Неплохо. Посмотрим, что у них есть. Ну там действительно что-то еще надо, какую-то бомбу придумать, я не знаю. Нет, ничего нету. Я, наверное, сюда бы выходил, меня бы оттуда отстреливали. Так, наверное, это все должно было выглядеть. Так. Там что? Так, я посмотрю в другую сторону. Тут, смотрите, какие-то домики. Ну, давайте сходим. Гляну, что за оно. Туалет. И лучше кайфа нет. Ага, боеприпасы какие-то все равно есть. Открывайся, Сезам. Ночь настанет. А выползают. На свету, конечно. Во, что такое? На свету, конечно, они не идут. Господи. Что за пещера-то? А это что? Так, не понял, здесь никого нет. Но зато все в кровище. Тут уверен, что точно ничего не должно быть. Ладно. Может, сюда кого-то стаскивают потом или потом утащат. Ну-ка, на карте это как будет отмечено? Никак. Это потом поди откроется. Видите, что-то закрытое тут.
Какие-то ухорезы, наверное, или кто они там? Как у орков там эти кланы назывались? Ладно, все. Пойдем. Я бы, конечно, мог попробовать поджечь их, но пока я не буду. Я сюда заехал, то вообще случайно, блин. Увидел это тоже совершенно случайно. Кровищи, кровищи. Сваливать отсюда надо. И пока как лагерь, он, кстати, у меня нигде еще не отметился. Может, это с кем-то надо прийти и зачищать потом, какая-то миссия. Помоги зачистить лагерь. О. Так. Давай посмотрим, что у нас здесь. Он тут повешенный хоть. Висит, болтается. Кто тут? Что здесь? Нет, у меня пока помощнее. Пойдем. Блин, арбалет-то хорошая штука. Но он, самая хорошая штука, арбалет, это в халве. Half-Life, или как она правильно? Английский не знаем. Поэтому говорим как хотим. Ну-ка, вот эта штука собирается. Нет. Не собирается. Здесь у нас что? Ни хренашеньки. Спешить. Какие нахрен заносы, вы чё, ребята? А здесь что, можно сохраняться, что ли? Ну-ка давайте глянем. Так, стерильные бинты, где они могут храниться? Действительно, смотрите-ка. Походу дела здесь, да. Во, можно сохраняться. Как бухарь говорит, койка зовет. Бах, сохранился. У меня сколько времени прошло? Ночь. Где-то на 6 часов, насколько... Ладно. Я вырубился. Ну ладно, ничего страшного не произошло. Черт! А, ну вот. Спокойной ночи. Кто-то здесь забыл. Неужели? Он забыл. То, что надо. Поехали. Вот так хочу.
Тихо. Так. Пока на мотоцикле их нету. Вот так вот. Или они есть просто. Ну, красным обозначены, видимо, есть все равно. Вот они, куда они делись. Что бросаются, падла. Я же сейчас стану всем люлей на раздаю. Не посмотрю на чины и звания и заслуги. Давай, давай, давай. Так. Да подожди. А где вы? А, вот вы где. Да подожди. Давай, 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 давай. Вот сюда, вот сюда. Ладно. Так. Все? Давай, идем. Отдаем бинты. Эй, Бухарь, я принес кое-чего тебя полечить. Бухарь. Черт. Бухарь. Эй. А? Что? Эй, эй, да тихо ты, псих. Господи, думал, сдох. Я ж тебе чуть башку не снес. Короче, покажи-ка мне руку, а? Нет, нет, не покажи надо, мне руку. Не надо. Не надо. Все, все, псих. Дик. Что? Спасибо. Да пожалуйста. Я это поправлюсь. Конечно. За каким хреном я тогда ездил? У тебя выбора нет. Итак, получается, днем можно ездить и... Так, удрали. Опыта. Сколько там? Ну, давай продолжить. Лагерь. Так, доверие. 25 тысяч надо еще. Господи. Мой брат, задача. Я должен спасти Бухаря. Встреча с Нейро. Так. Ну-ка, давайте-ка. Где еще эти встречи с Нейро могут быть? Доступно очков навыков одно. Это потом. Все потом. Блин, автомат-то ни хрена себе расходует. Давай. Надо съездить еще кое-куда. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай-ка вот так. Давай, давай. Так. Где ты? Да твою мать. Вот так.
На. Угомонись. Давай. Блин, надо себе винтовочку будет другую взять. Кто еще? А ты где? Давай. Давай, давай. Нет, мне это надо будет подчинить, наверное, я так думаю. Еще трофеи. Отложим на потом. Должно сработать. Так. Капкан. Тут у нас капкан. Блин. Поехали нахуй. Постреляли сколько-то и хватит. Один есть. Тихо, 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 тихо. Сейчас до лагеря доберусь. И какие-то еще надо, блин, найти. Которые... За которые потом мне... Куда? В лагерь надо будет отвезти. Это люди! Мародеры! Вот. Вот причина ваших автоматов. Ненадежные, пипец какие. Так. Тихо. Не, вот знаю, что ты там сидишь. Я знаю, что ты там сидишь. Ты знаешь, что ты там сидишь. Нет. Автомат мы не будем брать. А где вот это? Миссию-то посмотреть. G. Сюжет. Так. Патриоты не должны голодать. Зачисти засадный лагерь мародеров. Он был прямо тут. Да, конечно. А где же ему еще-то быть? Так.
Где ты? Думаешь, есть там кто-то? О, еще пять. Так. А где вы? Давай. Так. Улучшаем свои характеристики. Я так думаю, где-то тут патрульный, да? Так, это кто? Это уже такие дохляки. Так. Интересно, а если бы я туда бросил приманку, бы они бы все туда заломанулись бы, зомбаки, они бы смогли бы отстреляться? Навряд ли, я думаю. Я думаю, на это тоже стоит расчет делать. Так, это вот так вот все должно происходить было, да? Вот так, еще. Один. А вот где вот он? Давай посмотрим, где ты. Так, это всего мне хватает. Тут у нас все ясненько, понятненько. Так, пока всего мне хватает. Так, и на вышку туда надо будет, да, залезть. Мне кажется, он на вышке. Мне кажется, он на вышке. Иначе зачем туда лезть? Не зачищен.
А где ты? Я даже готов на себя огонь принять, лишь бы ты только уткнулся где-то. Раз, я тебя слышу. Значит, ты где-то недалеко. Вот так. Это был последний. Господи, Коуп, скольких ты успел выбесить? Вот так, возьмем. Ой, подожди. Можно что-нибудь смастерить? У меня пока этого хватает, этого всего пока хватает. Лекарственная микстура. Итак, медицинский стимулятор. Использовать, создать. Использовать. Так, здесь у меня глушитель не надо снимать. Камень. А, камень у меня же еще есть, точно, господи. Я даже и забыл, что у меня камень-то есть. Так, это, наверное, был генератор, но теперь это просто решето. Давай, чиним. Ладно, думаю, хватит. И... лом везде пойдет. Где у меня еще? Я еще где-то видел лом. Где? Где я видел лом? Ладно. Подожди. Перед тем, как сирен никаких тут нет. Вот и все. Бросай! Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Прошу вас. Женщин я стреляю, когда нет выбора. Есть у меня выбор. С меня взять нечего. Я бездомная. Так все бездомные теперь. Ух ты ж, блядь. Фу. Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Так. Теперь у меня... понятненько, только у меня. Так. Ну, сейчас у меня получше, да. Темп стрельбы, урон побольше. Без патронов, правда. Ну, ничего страшного. Давайте наверх. Сможем залезть? А, прикиньте, он наверх не лезет. А, нет, смотрите-ка. Во, как шустро побежал. Давай. Мне теперь уже стало очень интересно. Кстати, что у меня за миссия сейчас? Так, не до... так, зачистите засадный лагерь. Я зачистил. Пора в дорогу. Паритеты не должны голодать. Так, ну это понял. Дополнительная сюжетная линия. Какие дополнительные сюжетные линии? Ну ладно, посмотрим сейчас. Так. И что мне здесь делать? Тут нету ни хрена и ни... А, во.
А я уже было думал, ни хрена тут и ничего нету. Тут, смотрите, вон все есть. Все, спускаемся вниз. Нет, как Хитман не ускоряется. Уйди. Блин. Ну так-то мы хорошо полазили сегодня. Грех жаловаться. Мы, правда, в одну будку зашли. Ну сколько мы? Два-три лагеря сколько разбили за сегодня. Учитывая, сколько я ей дал всякого ружья и тому подобного. Так, а что у меня за дополнительное задание? Так, пора в дорогу. Патриоты не должны голодать. Так, охотники на засады. Засадный лагерь у пещеры. А я смог его? Я его разбил, нет? Ладно, сейчас давайте сначала вот здесь сделаем. Да, вот он. Что вот он? А. Это где переночевать? Это вот здесь вот люки надо искать в таких вот штуках. Так, хорошо. Так, ночью мы никуда не пойдем. Ночью мы никуда не пойдем. Что тут есть? Туалет. Это типа кровать? А вот это мне пригодится. Карта с пометками. Патриоты не должны голодать. Задание выполнено. Охотник бита с гвоздями. Награда за сюжетную линию. Да, неплохо. Им-то она уже не... Рецепты. Новые и уже доступные рецепты отображены в меню выживания. К чему? Слышишь? Может, ерунда, конечно. По-моему, кто-то проехал по горе. Моторы шумели. Я только что зачистил радиовышку для Копленда. Сейчас заберусь на нее, может, увижу. Так, ну ночью-то мне кого там разглядывать? Ну, утро настало. Все, сейчас залезу, посмотрю. Можно снова в бой. Так. Так, ладно. Идем. Что у нас здесь? Топливо. Ну-ка пока здесь оставим. Давай-ка, подъеду. Чтобы... Берем, заправляем. Вот так. Ну вот, порядок. А
Так, с этим мы покончили. Вот этот пистолет я увидел, да? Давайте посмотрим, где он. Это автомат. Вот он. А, пистолет один. Пистолеты не меняются, я так понимаю. Так. На всякий случай. А случай бывает всякий. Да нет, ничего. Я просто не ожидал. Мне повезло. Запыхался. У бабы патроны кончились. Ты ее отпустил, так ведь? Ну да, твою мать. Да, я ее отпустил. Рано или поздно, Дик, эти твои принципы тебя убьют. Только что там было, ну, еще раз лезть. Все равно меня что-нибудь убьет. Какая разница, что? Отбой. Нехилая высота. Ладно. Посмотрим, о чем там говорил Бухарь. Кто-то по горе проехался. Точно. Давай. На горе кто-то есть. Вижу дым от костра. Где ты там, что? Чё... Твою мать, мне не померещилось. Где они? Я пойду туда. Нет, Бухарь. Тебе надо руку лечить, чтобы мы могли уехать отсюда. Я сам разберусь. Дик, блин, да я уже с ума схожу, сидя тут на жопе. Только постарайся не спать. Вдруг они к тебе явятся. Отбой. Постарайся не спать. У меня где-то дополнительное задание. Охотники на засады. Так, охотники на засады. А, это просто можно самому выполнять. Все, я думал, может они где-то это... На картах обозначены. Это что, блокпост нейро? Так. Восстановить энерго... Так. Восстановить энергоснабжение. Убежище на горе. Это кто, блокпост нейро? Так, а я здесь был. Это достопримечательность и лагерь. Ну, это лагерь-то. Интересно, могу я сам починить свой мотоцикл, имея хрен пойми чего? Тоже вот вопрос. Уже почти. Ну давай, давай, почти добрался. Так, это что мне пришло? Черт, тяжело. А то. Ох, задание выполнено, ну конечно. Дым над горой. Ну-ка, давайте так вот сохраню всю игру. Так. Вот это вот. А сохранить. Что там я показывал? Бензин там у меня вроде нормально. Опа. Да, опаньки. Что за... Знак вопроса, где отмигает? Как далеко от меня? А, во! Вообще недалеко. Урон при приземлении. Чтобы минимизировать повреждения байка при приземлении, выровняйте колеса параллельно земле, используя так. Понятно. Лагерь Копленда. Это Сент-Джон. Все в порядке.
Радиовышка зачищена, связь восстановлена. Хорошо. Понимаешь, Сент-Джон, радио «Свободный Орегон» — единственное, что не дает нам погоды. На! Так, о чем была речь? Хорошо. Понимаешь, Сент-Джон, радио «Свободный Орегон» — единственное, что не дает нам окончательно одичать. Нет, Коуп. Единственное, что не дает нам одичать, снимаем это запас шкуры. Еды на 3 дня. Закройте дверь! Попробуй трое суток не жрать. Поверь, голодных патриотов не бывает. Что ж, видит Бог, я надеюсь, что это не так. Конец связи. Радио «Свободный Орегон». Господи, что вот я наделал? Охренеть. Ладно, посмотрим, что тут. Что тут? Я уже все собрал вроде как. Как дела? Ну, у меня было свободное время, кое-что смастерил. Ты молодчина. Да, было бы кстати. Отбой. Кое-что. Что это кое-что? Можно? Подробности меня интересуют. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Кто помнит, как выглядят американские трущобы? Люди живут на улицах, в коробках и палатках, потому что не осилили американскую мечту. Давай. Некоторые из них сражались за эту страну, а потом федералы просто забыли о них, как об отработанном материале. Нет, ребята, никакой это не вьетнамский синдром. Честнее будет сказать, синдром американский. Сюда. Ну, теперь мы все не знаем. Живем на лоне природы, как наши предки. Федералы думали, что без их подачи... Радио включили. Сказали, что они не правы. Теперь главное для нас сила воли, решимость и доверие друг к другу. От федералов этого не дождешься. Хотите, чтобы вам доверяли? Это надо заслужить. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Прекрасно. Радио «Свободный Орегон» снова в эфире. Господи, что я наделал? Да твою мать, забегай быстрее. Упустил. Так, я где-то что-то слышал. Кто-то. Засадный лагерь у радиовышки, так. Но я же в нем был, я все уже. Его освободил. Блин, блинский. Кого-то по дыму надо, наверное, опять дым искать. По дороге. Синие это капканы. Только не я их, конечно, расставил. Бухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. А, я слышал выстрелы. Наверное, засадный лагерь. Ну, сейчас на месте разберусь. Отбой. Бухарь, ты был прав. Они расположились у железнодорожных путей. Прикончи всех этих ублюдков. Я и собирался. Отбой. За ним!
убили! Да твою мать! Не вижу, откуда он в меня. Так. Где еще? Сколько у вас осталось? Тихо, мы вот сюда пройдем. Где ты? Женщина. Ух ты. А у меня что? У меня мачете. Да тебе плохо, что и я-то тебя вижу. Стоп. Блин, ладно. Так. Где ты? Блин, еще вот здесь один помер. Винт, нет места. Блин. Холодного оружия так-то хватает. Голову. Это последний. Все. Ну неплохо стреляешь. Гору, неплохо. Так. Бухарь. С лагерем бродяг. Все. Больше они никого не убьют на горе Олири. Ладно. Дик. Я должен был помочь, в смысле. Черт. Ты отдыхай, Бухарь, отдыхай. Как рука заживет, двинем на север. Понял? Давай. Да, понял. Отбой. Так, теперь смотрим, что у нас здесь. И ни хрена еще. Да, нет. Поеду к кладбищу. Попробую отыскать тайник Леона. Не понял, что ты сказал?
Ты отдыхай, Бухарь. Как только давай оклемаешься, двинем на север. На север. Дик, черт, знаешь, меня задолбало, что в лагерь приходят намады и убивают моих людей. Как будто мы... Так, тут же калаша, да? Смотрите, патронов тут тоже хватает. Явился какой-то тип. Подожди, а я где? Ну, можно вперед чуть пройти. Наркоман Кочин устроил тут пальбу и просто свалил. Мэнни сказал, что у него был байк с красным бензобаком и шлем такой серебристый. Ладно, сейчас попытаюсь его догнать. Он нужен мне живым, Дик. Живым? Живым? Поймаешь его, сразу сообщи мне. Мы притащим его сюда и повесим на первом же суку. Ага, вот тебе и раз. Так о чем была речь? Живым. Поймаешь его, сразу сообщи мне. Мы притащим его сюда и повесим на первом же суку. Это что у нас? Ну и так, найди заначку Леона на кладбище. Ну вот. По идее, вот сюда можно ехать. Хотя, подожди. Вот сюда. Пора показать мерзавцам. Для начала прокачаемся. В лагере есть закон и порядок. Без обид, я не о тебе. Какие обиды, я его найду. Вот если топливо кончится, что делать? Бухарь, не надо. Ну, не лезь на рожон, а? Приди в себя сначала. Слушай, я все равно рядом. Я сам зачищу гнезда, ладно? Да, ладно. Спасибо, Дик. Давай. Не, Дик, подожди до вечера. Меньше фриков будет в гнездах. Могила. Зачем они закапывали тут трупы? Да, потому что они мудаки. Или займись ими, пока светло, их будет больше, но они не такие сильные. Охренеть! На! Беги! Да беги! Охренеть, и как тут? Блин, я даже... Не с той стороны подъехал. Стой! Ни хрена меня загасили, ё-моё! А я там успел у байка-то сохраниться? Какой кошмар! Дик, слышишь меня? Так. Ты чё, реально поехал на север? Да нет. Ты же знаешь, без тебя я на север не уеду. Да-да-да, я просто туго соображаю. Такое бывает при ожогах третьей степени. Да. Вон они. Ну, позаботься об Альварес, ладно? Так. Дик, для меня это важно. А для меня-то я как важно. Так, как их туда сманить-то? Отдыхай. Конец связи. Надо какую-то ловушку такую устроить, чтобы они там все бубунг. Так. Беру. Фу, есть. Так, подожди-ка, подожди. Ладно.
Так. Окей. Их там слишком много. Так. Вот, по идее, вот. Бля, а где тут? Как их оттуда выманить и куда? Было бы тут что-то взрывающееся такое опасное. Так. И как мне туда попасть? Заперто. Заперто. Как мне туда попасть? Мне их надо выманить оттуда. Сейчас посмотрим. Как нам туда попасть? Так, ладно, вот. Видите? Как это... Бензин. Как это надо будет делать? Нет. А этого не избежать было. Тихо, тихо. А как вы? У вас что там, проход что ли? Ни хрена себе. Блин. Так, минутку. Давайте-ка еще разочек. Ладно. Вот так. Охренеть. Так. Надо какую-то приманку туда кинуть. У меня же есть одна приманка, куда они сбегутся все толпой. Так я попаду на крышу? Так мы и попадем на крышу. Только они почему-то прыгают в два раза больше, чем я. За бензином. Так, у меня никакой биты нету, ничего. Конечно. Ничего страшного.
Вот потом, кстати, смотрите. Так. Фугас. На, лови! На! Да на! Нахрен, я всех подорвал. Все, понятно, теперь приманка туда полетит, значит. Какую-то... машину надо, я не знаю, блин, это... Как это должно работать? Все, есть. Найду тебе применение. Ой, это мне не к спеху. Так. Все, мы теперь знаем, что нам туда сразу идти. Да. Давай, пока толкаешь, восстановишь как раз. Это у нас твою мать. Все понятно, короче, это маленько не так работает. Будем думать сейчас, значит. Ё-моё, проблему себе нажил. Ага. Давай. На что-то сгодится. Так, мне надо, чтобы было не видно. Смотрите, выпадают, не помещаются все. Yeah.
Тихо! Беги! Блин, нифига не так. Надо смотреть, как смотрели. А, о, еще и открывать. Ну давай открывай. А если вот так сделать? Пригодится. Ну-ка, давай-ка. Так, я как понимаю, это не уничтожить, если... Я попаду на крышу. Давайте, если мы не уничтожим, то мы по-тихому спустимся. Да и хрен с ним, пусть они ломятся туда. Я думаю, нам главное успеть забежать. То что-то их слишком много нахрен. Нет тока, ну конечно. Конечно. Заливаем. Хорошо. Да. Ладно. Посмотрим. Так. Ну вот, давай. На. Ага, сейчас я туда выйду, вон. Я прям слышу. Еще один инъектор. Хорошо. Давай. Чё? Запас сил? Давай, запас сил. Руэды. Вот что это такое? Беги! Только упорный, да, там остался? Все обратно. Все, есть. Подожди. О,
У меня глушитель убрал. Ну, слава богу. Еще трофеи. Блин. А там-то какие трофеи? Там-то какие трофеи? Ты бы видел. Я тут где-то мимо грибов отбежал. Блин, мне там мотоцикл. Как-нибудь по одному их перебить или как? Какой вариант недопустим? Блин. Тут, может, какое-то оружие должно было быть такое пипец грозное. Да в обход как-то это. Мне мой мотоцикл нужен. Интересно, сколько он будет за мной бежать, если, допустим, я его разозлю. Тоже как вариант. Сколько бежать? Да ё-моё. Так. Чел Донин. Да. Так. Я их так нарубил или как уши-то собираются? Так. Где у меня мотоцикл? Так, я в траве. За каким хреном я мотоцикл-то туда загнал? Прям пипец плотный. И все возле него топчутся там. Ха-ха-ха.
Да тихо вы! Бля. А если в этой херне переночевать, может ночью-то они это... Микрорегистратор, здрасте. Сэр, у нас проблема. У нас много проблем, боец. Давай поконкретнее. Тут еще один поезд на подходе. Отгоните этих людей отсюда. Свяжитесь со штабом. Мы больше не можем никого принять. Я сказал им, нам нужно еще 10 экскаваторов. Иначе придется сворачиваться. Сэр, вы не понимаете. Все я понимаю. Эти козлы в Портленде просто не хотят слушать. Я говорю им, лагерь забит. Тут пробка до самого Фервелла. Отсюда и до чему-то все койки заняты людьми, у которых кровь идет из глаз. Нет ответа. Что ты такое несешь? Рация. Никто не отвечает. Уйдите. О, Господи. Ну, в ближайшее время поездов можно не ждать. Ай-яй-яй. Как же я себя в угол-то так загнал. Ну давай, давай. Нахрена. Один раз только ударил и все. Пошло-поехало. А как без полета отсюда? Микрорегистратор. Посмотрим. Сэр, у нас проблема. У нас много проблем, боец. Давай поконкретнее. Тут еще один поезд на подходе. Отгоните этих людей отсюда. Свяжитесь со штабом. Мы больше не можем никого принять. Я сказал им, нам нужно еще 10 экскаваторов. Иначе придется сворачиваться. Сэр, вы не понимаете. Все я понимаю. Эти козлы в Портленде просто не хотят... Давай. Твою мать, почти получилось. Закись азота нахрен. В ближайшее время поездов можно не ждать. Пригодится. Сэр, у нас проблема. У нас много проблем, боец. Давай поконкретнее. Тут еще один поезд на подходе. Отгоните этих людей отсюда. Свяжитесь со штабом. Мы больше не можем никого принять. Я сказал им, что экскаватор. Да давай, мать твою. Вот так вот, я ушел. Нет ответа. Что ты такое несешь? Рация. Никто не отвечает. Уйдите. Господи. Берегись. А где у меня закись азота? Ну-ка, параметры. Мышь, контроллер, звук, игровой процесс. Так. Назначение клавиш. Стрельба. Команда транспорта газ, тормоз. Вот так вот. Не назначено. Давай назначим. Вот так вот будет. Все. Ну, в ближайшее время поездов можно не ждать. Так, давай-ка. Нет. Мы что делаем? Мы с вами делаем. Где она? Ну давайте вот эту я использую. Все. Микстурка. Есть. А теперь мы. Куда? Ну, далековато так-то. Но тем не менее, нам туда надо. С этим ничего не поделаешь. Так, стой. Обратно потуда мы уже не поедем. Не настолько я глуп. Так. У нас вот еще. Вот потуда можно.
Я так думаю. По краю, по берегу там. Как-нибудь попробуем сейчас. Еще один лагерь мародеров. Да, я знаю, чем вы занимаетесь, уроды. Где лагерь мародеров? Так. А где вы? На. Вот так. процентом нахрен. Потом мне что, с канистры сюда бежать? Давай. Вот они. Есть? Сборище убийц. Нужно перебить всех до последнего. Дело-то хорошее. Я вот только за. Заберу-ка. Теперь дело за остальными. Хватится, не хватится вот его. Так, успел пометить. Ладно. Ну, наконец-то. Блин. И здесь ловушка. Черт, у него кровь. Не вижу. А он за... не хватается за камни? Подожди. Что это было? Я слышал. Черт, где же он? О нет, он мертв. Кого убили? Что это было? Черт побери! Мертвые! Ее убили! Что за черт? Что это было? Ловушка! Что нравится, а? Приколись! Кое-кто может и выстрелить в ответ. Давай. Так. Вон там,
Ну давай. Не выйдешь. Ладно. Так. Смотрим, что мы с них подбираем. Что, я себя собрал уже что-то? Ну лезь уже! Я тяну его оружие! Что за хрень? Так. Ой-ой-ой. Не вижу. Так, посюда не залезть. Сколько вас осталось? Так, прохождение, находки, призы, активно. Пора в дорогу. Давай. Где вы там? Сюда идем. Сейчас тут поковыряемся. Где-то тут еще. Зачистить. Вон там вот кто-то был, как мне кажется. И сейчас мы это проверим. Все. Теперь на дорогах будет поспокойнее. Не намного, так. Но все-таки. Бункер.
Да, наверняка у них был бункер. Найди бы только. Так, так этот мы заправим байк наконец-то. Фук, я так и думал. Сейчас, минутку, подожди. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Мы будто снова оказались на Диком Западе. И многие делают вид, что закон и порядок остались в прошлом. Но насколько сюда. Я знаю, мы по-прежнему в Соединенных Штатах Америки. А в этой стране право собственности непоколебимо. Мы имеем право на эту территорию. Жить на ней и защищать ее. Да, когда-то мы забрали ее у индейцев. Историю не перепишешь. Но мы забрали ее силой. И только сила поможет нам сейчас двигаться вперед. Это собрать можно. Мы не склонимся перед бандитами. Если федералы, упокоители или мародеры решили, что могут хозяйничать на моей территории, их ждет разочарование. Выживают сильнейшие и побеждают сильнейшие. Сюда. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Боже ты мой, закон и порядок — это все уже в прошлом. Что ты несешь? Что ты несешь? А, ну хотя ты верно заметил. Если хочешь теперь чего-то добиться, нужна сила. Сила и куча патронов. Давай, где у меня мотоцикл? Блин. На-на, в ответку, господи, что думаешь, жалко. Ходит тут возле моего мотоцикла, ошивается. Где тут канистра была? Давай. Я знаю, где тут ты тут была. Вообще, где она? Канистра где? Так, спускаемся ниже. Вы чё, Вы куда дели, черти, канистру? Вон она. Бензин. Сейчас, подожди, заправлю тебя, малыш.
Перепугался аж. Это не надо далеко убирать. Вот, вот, вот. Вот так. Порядок. Вот теперь все. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. На. Все, пока.